Филипп Ковальчук у нас после матча с Шор Зенитом. Фил, сразу же с, наверное, самого приятного вопроса. Как умудрился подстроиться под передачу Камала, чтобы забить? По-моему, достаточно непросто было этот мяч отправить в ворот. Ну, я просто в штрафную бежал, был готов драть в мяча и забил. Ну, то есть все, в принципе, просто. Ну, да, просто. А как тебе игра с Шор Зенитом? А все-таки пропустили первые. А тяжеловато было отыгрываться или все, в принципе, шло как нужно, и вы выстраивали тактику, которую тренер изначально подготовил? Ну, мы слабо вышли, не были готовы. Шор Зенит агрессивно вышли. Они нам забили первые. Ну, мы сразу отыгрались и во втором тайме хорошо вышли и начали свою игру играть. Все, спасибо большое. Удачи в следующих играх. А после игры с «Динамо» в Веслевске Даниил, Дань, вышли, забили первые, вроде бы все хорошо, а потом вот что-то перевернулось. Что у вас пошло не так? Мы начали очень упрощать игру, ну, поэтому, блин, стали переходить на длинные передачи, много теряли мяч, слишком много оборонялись, «Динамо» нас дожало, пропустили во втором тайме сразу на первых минутах мяч, ну и все пошло. Это все-таки победа «Динамо» или вы считаете, что ваши ошибки привели к такому результату? Я считаю, что мы могли сыграть лучше. Но «Динамо» сегодня тоже показала неплохую игру. Все, спасибо большое. Мы желаем удачи в следующих играх. Михаил Григорий Алексеевич у нас главный тренер «Шор Зенит» после матча с «Динамо». Григорий Алексеевич, хорошая игра. Первые 10 минут вышли уверенно, забили, «Динамо» пришлось подсесть. Что потом пошло не так? Потом соперник взял игру свою, ну, инициативу в свои руки. И, ну, поймите, как бы, да, мы то, что мы хотели с первых минут, активными действиями заставить соперника ошибаться, мы достигли цели. Потом, к сожалению, ну, «Динамо» прибавило, значительно прибавило, да, забили гол. Мы понимали, что надо будет эту волну переждать. В принципе, первый тайм, ну, так, более-менее, как бы, понятное дело, что, наверное, меньше контролировали мяч, да, больше оборонялись. Но, еще раз говорю, мы все-таки играли с чемпионом России, да, и команда ставит перед собой высокие задачи. Нам, наверное, пока тяжело все-таки соперничать. Мы стараемся, мы делаем максимум возможное, но наша сила тоже не безгранична, и уровень технического исполнения, уровень, так скажем, восприятия ситуации умственного, да, это надо время. Поэтому я считаю, что сегодня соперник, конечно, заслуженно победил. Мы сегодня, к сожалению, не смогли противопоставить ничего. Будем дальше развиваться, будем расти. У нас главная задача – развитие футболистов, поэтому мы этим занимаемся, и дай бог, через такие игры мы будем получать неоценимый опыт. Все, спасибо вам огромное. Одним вопросом все закрыли. Удачи вам в следующих играх. Всего доброго. Андрей Дмитриевич Хадыкин у нас после матча с Шор Зенитом. Андрей Дмитриевич, насколько неожиданный был забитый гол Шор Зенита буквально вот в самом начале первого тайма? Ну, во-первых, у них очень неплохая такая играющая команда, с которой, скажем так, приятно играть. И видно, что они вышли играть с нами, да, не отсиживаться, как многие команды с нами играют, а и нам доставили определенные сложности. Поэтому не вкатились мы сразу в игру, вот, но молодцы, что сумели, скажем так, отреагировать правильно на этот пропущенный мяч. Забили, наконец, со стандарта, как давно мы не забивали. Вот, и пришлось повысить немножко голос в перерыве, чтобы они поняли, что так домашние матчи не играют. И второй тайм порадовали своей игрой, своим настроем и голами. Перед вторым таймом только психологической зарядки хватило для футболистов или все-таки перестроили что-то в плане тактического строя? Ну, эта команда, она с таким определенным, скажем так, эмоциональным настроем может играть, и у них потенциал-то большой, все это знают. Другое дело, что надо находить ключики для их психологического вот этого состояния. Я думаю, что однозначно это психология. Вот, они не до конца осознают свои возможности, да, и приходится, скажем так, рычать на них в эпизодах, чтобы они включались и после этого играли в тот футбол, в который мы умеем играть. Все, Андрей Дмитриевич, спасибо большое, желаем удачи в следующих играх. Спасибо.